Арман, скажи, какие у тебя ощущения, какой сегодня результативный день был, что мы за результаты, какие будущее, какое будущее ждет ЦСКА Инвестгруппа? Друзья, мы находимся сейчас в Риме, это в Италии, на выставке именно предназначенной для внедрения зеленых проектов, поддержки зеленых проектов. То есть все то, о чем мы говорили 2 года, сегодня здесь можно видеть множество стендов и компаний, которые реально сегодня представляют технологии, инновации в области именно вот этого вот движения, зеленого движения. Мы сегодня провели ряд серьезных переговоров. У нас была встреча с Министерством Италии. У нас сегодня представители Лацио, региона Италии, вообще были в шоке от таких вообще транспортных технологий и решения, которые можем им принести в их регионы. Также очень много бизнесменов, которые видят потенциал такого транспорта для того, чтобы перевозить свои грузы, либо предлагают различные другие варианты совместной работы с компаниями, которые занимаются именно перевозками. Сегодня родилось несколько адресных проектов, в том числе и Болгария, Румынии, извините, что-то мне постоянно, я в Болгарию, наверное, поеду. У меня есть болгарский паспорт. Вот, да, но в Румынии у нас сегодня родился адресный проект, который, кстати же, был предложен министром именно Румынии. Да. Вот, поэтому действительно сегодня очень много и продуктивно поработали. Я хочу поблагодарить как Петру, так и Николу. Никола, come here. Это Никола, это наш друг из Италии, это обалденный вообще парень, потому что за час он выучил ту презентацию, которую я делаю постоянно, подхватывает вот просто на щелчок и очень отлично и профессионально доносит информацию всем, с кем мы сегодня имеем. Поэтому... Parla italiano? Parlo italiano, sì. Okay. Ну вот, а я не говорю по-итальянски. Увидимся завтра. Сегодня отлично поработали. Завтра. What meeting we have tomorrow? А завтра мы встречаемся да, с министром Португалии. Мы встречаемся с рядом других представителей как Италии, так и других стран. Who else we had tomorrow? A bank. И самое главное, на сладенькое оставим, это мы встречаемся с банками, которые инвестируют именно в зеленые проекты. Ребята, держите за нас кулаки, завтра то ли еще будет. Skyway рулит.